Итак, в области выявлен 151 случай заражения коронавирусом. 62 из них направлены в инфекционные стационары, 89 получают лечение на дому. 89 случаев выявлены в Кызылорде, 14 случаев в Чиилийском районе, 12 в Аральском, 11 в Жанакурганском, 8 в Казалинском районе, по 6 случаев в Жалагашском и Сырдаринском районах, 5 случаев в Кармакшинском районе.